Данное видео записано специально для сайта Repetit.ru. Привет, меня зовут Руслан, и я преподаватель по физике и математике. Особенность моего подхода заключается в том, что я уделяю особое внимание пониманию фундаментальных законов и принципов в физике и математике. А то как обычно бывает, в школе дали какие-то инструкции, которые потом неправильно применяем к задачам. Все потому, что не до конца была уяснена суть, основа, на которой эти инструкции базируются. А на самом деле таких ключевых моментов не так уж и много. Если взять школьную физику, их порядка 30-50 моментов, на которые следует обратить особое внимание. Именно это делает физико-математическую дисциплину такой особенной и красивой, когда из небольшого числа исходных элементов складывается многообразная картина результатов. А если вы хотите глубже изучить физику и математику, то добро пожаловать на наши занятия.